Помидоры, огурцы, лук, овощи на прилавках от фермеров из личных подсобных хозяйств. Все свое, проверено экспертами. Картофель, к примеру, многие химчане предпочли купить именно здесь. Здесь качество выше, чистое. В магазине посмотрите, она грязная и отходов много. А здесь практически все идет в пользу. Немало и фруктов. Цитрусовые, гранат, спелые яблоки. Надежда привезла все со своего огорода из Тамбовской области. Каждую осень приезжает в Химки на ярмарку. За качеством продуктов следит внимательно. Без всяких нитрат в лабораторию все проверить. У нас есть даже и бумажка, все это дают нам. А прилавок Михаила пестрит зеленью. Петрушка, укроп, листья салата. Клиенты выбирают его палатку, несмотря на то, что рядом много магазинов. Есть у вас постоянные какие-то клиенты, покупатели? Ну да, приходят. Как за ним приходят? Да. Внушительную часть прилавков, конечно, занимает сельхозпродукция, но были и товары легкой текстильной промышленности. Работала ярмарка все праздники на проспекте Мельникова и улице Чапаева.